Я, наверное, не видела в последнее время фильмов детских, которые бы меня вот увлекали так, как фильмы, которые я смотрела в детстве. То есть те же самые «Приключения электроника» или там, я не знаю, «Чучело». Ну, какие-то вот, которые меня тронули. Сейчас вот я даже не вспомню, что бы меня могло настолько задеть. Или там, не знаю, «Гости из будущего». Это ж культовые такие вещи, которые в детстве мы все мечтали быть похожими на них. Мы знали все песни оттуда. Сейчас мы продолжаем их петь, на самом деле. Ничего нового, что никто не написал. Все равно эти крылатые качели — это обязательный репертуар. Вот. Это что касается и музыкального наполнения, потому что, мне кажется, это связанные вещи. Что качественное кино, оно состоит из хорошей музыки и хороших съемок и всего остального. Вот я, например, мечтаю сейчас посмотреть фильм «Герой», потому что я знаю, что музыку написал Эдуард Артемьев. Это, на самом деле, абсолютно легендарный композитор. Я хочу посмотреть на работу Димы Билана, естественно. Я еще не смотрела, для меня это прям какая-то тайна, покрытая мраком, просто нет времени дойти. Но я очень испытываю большие какие-то надежды по этому поводу, что оно мне понравится. Потому что то, что я слышала, саундтрек, это было здорово. Это здорово.